Мне нужно будет срочно уехать. На работе скажи, что я заболел, женился, умер. Нам в глухое селение. Чего брать будем? Борщ и котлеты. А сметанки добавить? Обойдусь. Леднев, что тебе от меня надо? Соскучился. А я с тобой после вчерашнего даже разговаривать не хочу. Милый Саша, я не ваша. Уйди, видеть тебя не хочу. А где бабуля? Я за нее. Извините, что помешал вам деньги прятать. Ты больше пока не вози. Хозяин здесь. Ты мне главное сразу скажи. Я подвезу сколько надо. Мне 2 по 100 и в 1 по 100. В 1 посудину не положено по инструкции. И огурчик. Нет, программисты нам не нужны. У нас 2 компьютера. Может, лесорубом пойдешь? Балет на льду – это не просто танцулька, это труд. Так у меня всего 47 килограмм. Но все равно, тренироваться надо зимой и летом. Васька ваш помер. Бревно! Вагона соскользнуло, кувырк на землю. Одним концом Ваську по голове. С 11 мая в 20:00.